Но где же мама, когда она вернется из магазина? Я уже устала ее ждать. Если она сейчас же не придет, я пойду искать ее сама. Нюша, а вот и я. Мама, наконец-то ты вернулась! Где ты была так долго? Как где? В магазине. Покупала продукты. Эх, продукты, продукты. Опять одни продукты. Надеюсь, ты мне подарки купила? Конечно, купила. Я знала, что ты очень ждешь свои подарки. Я задержалась именно потому, что очень долго их выбирала. Не знала, на каком из этих наборов остановить свой выбор. Вначале хотела купить только один набор, вот этот, но потом не удержалась и в конце концов купила все три. Какая же ты у меня добрая мама! Давай быстрее откроем эти наборчики и посмотрим, что там! Давай, начнем с вот этого полотенчика для душа в виде белой пандочки. Ух ты, как мило, Нюша! Как же мне нравится это банное полотенчико! Давай-ка сейчас примерим. Ай, какая ты стала милая белая панда! Мне нравится, мне нравится! Быстрее открывай другие наборы! Хорошо, открою вот этот костюмчик, предназначенный для приема пищи. Здесь есть специальная кофточка, шортики и тарелочка с ложкой. Мама, я уже переоделась. Как ты думаешь, мне идет? Очень идет, Нюша. Как же мне нравятся наклейки на твоей новой кофточке. Киви, клубника и банан. А еще мне очень понравилась твоя новая розовая тарелка с бабочкой и твоя новая розовая ложка. Да, мне тоже все очень понравилось. Открывай третий наборчик. Хорошо, это еще один банный костюмчик. Здесь два полотенца. Одно для тела, а другое для головы. Представим, что ты уже помылась, Нюша, и обернем тебя в это красивое белое полотенце с сердечками. Какой симпатичный розовый кармашек с бантиком. Ну а на голову наденем розовое полотенце, чтобы волосы после мытья высохли быстрее. Обожаю тебя, мама! Не зря я ждала тебя так долго! Я знала, что ты купишь мне самые лучшие подарки! Друзья, а какой из новых Нюшиных наборов вам понравился больше всего? Напишите нам об этом в комментариях! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики с куклами и пупсиками! Пока!